Международному дню театра посвящается. В Центральной городской детской библиотеке на улице Шубиных открылась выставка «Игра в театр». Автор графических работ – ивановская художница Надежда Пророкова. Здесь представлено две серии графических работ – «Карнавал» и «Сцена». Ну, «Карнавал» название предполагает, это более цирковое. Но вдохновлялась я на создание обеих серий благодаря книге про театр, которую написал Константин. Ну и вообще театр, я очень люблю театр и любые театрализованные представления. Выставка «Игра в театр» – часть проекта Союза театральных деятелей России «Встречи с театром», который реализуется на базе детской библиотеки. Один раз в месяц здесь проходят тематические встречи, посвященные истории театра. Выставка началась с книги. Как театр начинается с вешалки, так выставка началась с книги, которую тоже по линии Союза театральных деятелей России я делал год назад, и художник мне ее оформил. А потом как-то вот это оформление вдохновило уже художницу на создание работ. К открытию экспозиции Надежда Пророкова приготовила сюрприз для маленьких посетителей библиотеки – кукол Хампельманов. Это игрушка по типу марионетки, механическая. А руки и ноги соединены с туловищем, а между собой – ниточками. Когда дергаешь за веревку, ну, он может двигаться. Традиционно это человечек с двумя руками, двумя ногами, но совсем не обязательно. Может быть что угодно, и кенгуру. И даже сороконожка. Хампельманы ребятам понравились. Что интересно, своим появлением куклы обязаны немецким шахтерам, которые, когда в недра закончились полезные ископаемые, остались без работы и были вынуждены искать себе новое занятие. А еще Надежда придумала и нарисовала игру «Попади на премьеру». Поле представляет собой подробную схему Ивановского дворца искусств. Ну, это игра, как это сейчас модное слово, аркада, бродилка, то есть бросаете кубик, фишки, там 7 персонажей, то есть могут участвовать 7 детей, там актер, театральный критик, режиссер, и есть даже такой экзотический персонаж, как призрак. После такой игры, уверены организаторы встречи, ребятам обязательно захочется посетить театр, но уже по-настоящему. Любовь Очерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.